Ребят, здравствуй, я Влад. Наконец-то. То, что мы ждали уже не знаю сколько. Evil Nun 2. Наконец-то. Монахиня 2 выйдет. Значит, не... это все было правда. Что? Монахиня 2 выйдет 31 октября. То есть в октябре. Ну, как бы, еще долго, но я думал, не быстро пройду. Да, смотри, Эвилон 2. Какая аватарка прикольная. Все думали, что который за Ice Cream 3 будет монашка молодая. А вот, настоящее лицо монашки, молодой. Что, оставлю ссылку в описании на игру. Три, это у нас первое. Наш человечек поменялся. Настройки и управление. Управление, кстати, получше стало. Здесь, видите, можно увидеть здесь ребенка в желтом. Мне кажется, реально кажется так, что там ребенок в желтом. Окей, дальше идем. Здесь тем скаки, вижу прихожие. Да, прикольно. Там у нас курица рода. Ну, как понимаю, мы здесь будем спауниться. Какие в первой части монахини. Окей. Это было очень короткое видео на этом канале. Я пока никаких теорий не могу делать, потому что есть только два скриншота. Кстати, крест. Есть только два скриншота, так что я не знаю, какие даже теории делать. Монахиня первая. Монахиня вторая. Всем спасибо за внимание. Оставлю ссылку в описании. Всем удачи и всем пока.